На днях в загородном доме отдыха «Боярская усадьба» прошел традиционный ежегодный конкурс «Особая мама года», в котором приняли участие женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом наша организация растет, появляется много новых проектов. Это и день рождения особого ребенка, и сейчас мы запустили день рождения особой мамы, и уроки понимания инвалидности в школах, и еще много-много всяких значительных, пусть и небольших проектов у нас идет, развивается. И все это благодаря вам, с вашей помощью, с вашей поддержкой. 11 прекрасных женщин приняли участие в интеллектуальных, танцевальных и музыкальных конкурсах. И здесь не было соревнования. Это была команда. Особая команда. Я мама прекрасного парня Владислава. Его сегодня нет, он отдыхает. Что я хочу сказать про себя? Веселая. Люблю петь, танцевать, улыбаться, жить, смеяться, проводить время с вами. И хочу сказать то, что, вы знаете, вчера, наверное, уже не вернуть. Завтра может и не наступить. А вот сегодня я хочу жить, веселиться, смеяться и пожелать нам всем прекрасного настроения, улыбок, позитива. Организаторы мероприятия заранее решили, что у конкурса «Особая мама года» не будет одного победителя. Каждая из этих женщин уже является такой по жизни. Все мамы разные и неповторимые, поэтому каждая получила диплом в своей номинации. Организатором конкурса выступил Дмитровский фонд «Доброфонд», а также группа друзей «Доброфонда», которые подарили участницам конкурса возможность вдохнуть полной грудью, уделить время себе, стать еще прекраснее.